Наконец-то дождались мы ветра, дождя и тучек. Хоть чуть-чуть маленько охладиться. Дождь, конечно. Красота. То не могли дождаться, когда дождь закончится. Вот пару, наверное, 2 месяца назад, 3, не знаю, не помню уже. А теперь не можем дождаться, пока солнце уйдет. Ну, сегодня чуть-чуть повезло. У нас уже началась школа с 6 августа. Марсель сегодня принес учебники здесь и по истории, по немецки, по английскому, и математика, и биология. В общем, вот такие вот учебники. 7-8 класс есть, и вот 7 по 10 он будет заниматься. 7-8, потом вот такие вот тетрадки купили. И сейчас надо будет поехать в магазин, обернуть все эти учебники. Заедем еще в Глобус, купим специальный калькулятор. Какой-то нужен Casio с каким-то... Они же разные бывают, эти калькуляторы. Но нужно купить именно Casio какой-то определенной марки или номера. Потом все покажу. Ой, как на улице хорошо, прям свежо так. Здорово прям. Клади сюда багажник. Ни солнышко, ничего не светит, глаза щурить не надо. Прям прекрасно. С Марселем купили такие напитки Баунти. А ты свой покажи. И Сникерс. Даже не знал, что такие есть. Вкусные такие. Так что попробуйте, купите. Так, вот они всякие Casio висят. И у них везде разные номера. Но мы нашли свой. Нам нужен был вот этот вот FX82DE+. Здесь всякие разные. И наш стоит, ну, в общем, 20 евро. Ну и вот, вот эти книги, которые мы обвернули, я дала 12 евро. У них там специальная такая машинка есть, которая так хорошо обвертывает, удобно. Лучше принести, заплатить и... И никаких забот. 12 евро это не слишком-то и много. Эти книги уже как бэушные. Теперь мы будем по ним заниматься. На следующий год они перейдут другому ребенку. А две новые книжечки и рабочие тетрадки мы покупали за свой счет еще в начале каникул. Так что 7 класс у нас начался. Всем доброе утро! Сегодня уже другой день. Я на работе, пауза. И когда отработаю, зайду в магазин, надо кое-что купить для десерта. К нам завтра приезжают гости, ну, их мама будет встречать. Гости из Бремена и гости из России приедут. И вот я что-нибудь приготовлю. Ну, я так, салат и десерт, а мама, как всегда, столько много там всего... Напланировала, и будем встречать наших гостей. Думала, у меня сейчас пауза полчаса, хотела сейчас сходить, а потом что-то думаю, не, я лучше посижу еще полчасика. А уже когда работать закончу, заканчиваю я сегодня, ну, как, в принципе, как и обычно, в 8 вечера, и потом забегу быстренько в магазин. У нас Эдека работает до 9, по-моему. И забегу что-нибудь. Куплю. Не знаю еще, какой салат сделать. Или салат свой с крабовыми палочками. Или другой какой-нибудь. Ну, потом. Потом разберемся. Ну, в общем, я решила делать свой салат с крабовыми палочками, который я уже показывала. И делаю десерт. Вот с таких вот винбойтлен. Шпайзекварк. Это творог. Сгущенка. И вот такая вот малинка. Сейчас я это все буду делать. И потом поедем к маме. И хотела вам показать свою фотографию, которая стоит 15 евро. Это меня сфотографировали. Я превысила скорость. И меня сфоткали. То есть нужно было ехать 30. Я ехала 36. На 6 я превысила. И штраф получается...
трав получается на 15 евро. Так что нужно соблюдать правила. Это, конечно, редко бывает такое, что меня фотографируют, но все равно иногда не получается ездить так, как хотелось бы. Так, в общем, я купила три упаковки вот этих вот Винбойдл, и я сюда сделала только две. Третья уже была, много было, если бы я добавила еще третью упаковку. Так, теперь я сюда маленько сейчас рассыплю малинки, размешаю шпайзе-кварц со сгущенкой, все залью, сверху опять малина, и все готово. Получается, я уже разбавила две упаковки шпайзе-кварк по 500 грамм и одна банка сгущенки. Вот такой вот десерт получился. Его не нужно ни выпекать. Вот как сделали, ставите в холодильник и подается в холодном виде. Ягоду можно кидать как и свежую, так и замороженную. Я в этот раз сделала замороженной малинкой. Take off.